Ребята, всем привет, с вами Александр. Мир юрского периода тоже, можно так сказать. Это у нас игра Jurassic Survive. Вы много раз ее мне писали. Ну, Jurassic Survive, типа выживание в мире юрского периода. Я такой вот голодранец мелкий, потому что меня уже тут энное число раз убили. И еще из симулятора Нокса игрушка немножко подглючивает. Я добежал до какой-то локации, каким-то чудом не умер. Потому что как-то очень глючит игра вот с симулятора, то есть нажимаешь, оно не нажимается. Но, в общем-то, вы мне о ней, думаю, много расписали, и я ее таки установил. Блин, мне нужно найти еще один камень, ребятки, чтобы что-то тут скрафтить. Как видите, вот я на первый уровень уже все выполнил, уровень второй выполнил, уровень третий, у меня есть уже свой домик на другой локации, я думаю, меня скоро убьют, и мы там окажемся, я вам это все дело покажу. Так что пишите, ребятки, кто из вас играет в эту игру. Так, блин, а вот эта надпись идиотская, блин, мне... Так, ну такого мелкого я еще могу завалить и содрать с него шкуру. Так, дальше отойти надо. Чтобы... Повернись туда. Да ты козел! Гейм овер какой-то. Чё ты тут забыл? Козел. Блин, у меня рюкзака даже с собой нет. Да чтоб тебе нехорошо было. Так, давайте переложим. Лишнее ему. Сейчас зайдем в рюкзак, оденемся. Блин, ну копье практически дохлое. Так, блин, а как бы его скрафтить что-нибудь там? Что нужно для рюкзака? Нужна веревка и три зелени. Что у тебя здесь есть? Веревка есть, зелень одна у меня. Это мы сразу... козел. Да ну, блин, жесть, ну как это такое может быть? Блин, ну... Печаль, то есть все, что я только что собрал, все, я все потерял. Ладно, ребят, давайте покажу вам, что у меня есть. Печально, что как бы, если я туда сейчас вернусь, то есть там ресурсов я не вижу. В общем-то, вот мой такой домик. Я его построил из бамбука. У меня даже здесь есть, ну, короче, классика жанра. Пол, стены, двери, окна даже поставил. Вот есть мой сундук. Ну, здесь что-то немножко есть. И даже верстачок у меня, короче, есть, ребятки. Что еще? Вот это у меня огород. Я его построил. Сюда можно посадить вот корешок ананаса найти и посадить его. Ну, у меня их уже не осталось, ребята. Больше на этой локации мне ничего нет. Я все кирпичи, все камни, все деревья здесь все собрал. Короче, это как-то очень печально. Ух ты. А, это режим постройки. Это режим постройки так выглядит. Вот у нас здесь есть зебра, которую, ну, которую я голыми руками никак не убью. И еще у нас здесь стоит один NPC-персонаж, который появился с обновлением игры. Давайте вот с ним поговорим. Это охотник Кейн. Он из фракции охотников. И у него есть, короче, крутой инвентарь. Но для этого мне нужно ему принести 20 стейков. И он мне даст награду ножа. А у меня такой нож был, блин. У меня много чего было. Была кожаная куртка. И меня ее гады все забрали. В общем-то, ну вот здесь даже нифига нет. Очень печально, что вообще все заново надо делать. Мне это очень не нравится. Я бы так с удовольствием и поиграл в нее, если бы как-то было здесь попроще. Я не привык. Не привык в это все дело играть. Идти 7 минут, ребятки. У нас есть энергия, 100 энергии в день. Я уже, естественно, ее на все потратил.
Вот хотел бы сюда попасть, но сюда идти 28 минут. В общем-то, есть вот такие локации, между которыми мы можем передвигаться. Черепушки обозначают у нас опасность. Вот есть еще какие-то штуки. Здесь у нас указаны, какие ресурсы есть на этой локации, и опасность. Ну, еще и далеко сюда еще необходим транспорт, чтобы туда доехать. Также у нас здесь бродят вот такие вот ужасные мегалозавры. Ух ты, это мегалозавр. А вот это кто у нас бродит? А это Барионикс, круто, блин, я хочу на них, на всех напасть и сделать из них черепушки. Также, как видите, у нас бывают здесь охотничьи припасы, туда идти, опять мне начало глючить, 20 секунд. Глюк состоит в том, что, видите, я нажимаю идти, а оно не идет. Вот, короче, есть такая тема какая-то дурацкая в этой игре, если что-то пошло не так, и она, мышка перестает адекватно здесь работать. Ну, в общем-то, единственные локации, в которых я могу что-то сделать, это вот такие вот с одним черепушком, в которые нужно ходить, зависимо от дальности, разное время. Так, вот даже есть тут какие-то арена бешеных псов. Еще здесь домик вот какого-то Ромео. Ну, как-то, думаю, мы все это с вами походим, но для начала мне нужно будет игру все-таки поставить на телефон, чтобы я как-то смог нормально прокачаться, потому что с эмулятора работает она плохо. Так что, ребятки, кто играет в эту игру, пишите, что, где, да как. Думаю, блин, вам понравится и мне понравится. Так что будем вместе с вами здесь тоже развиваться потихонечку. Ну, это такой вот, в общем-то, короткий обзор, все, что я хотел, ребятки, вам показать, рассказать. С вами был Александр. Пишите. До скорых встреч!